Тайны солярной астрологии или реальная магия после дня рождения. Добрый день, дорогие подписчики, гости канала и, конечно же, мой дорогой YouTube. Сегодня мы с вами погрузимся в удивительный мир солярной астрологии и узнаем, какие сокровища и возможности она может принести абсолютно каждому из нас. Но не только это, я также поделюсь с вами инсайтами о том, как максимально эффективно использовать 12 дней после дня вашего рождения, чтобы активировать каждый из 12 домов солярной карты и создать магический мост к успеху и благополучию. Попробуйте прислушаться к тому, что я сейчас скажу, и посмотрите, как замечательно пройдет ваш год. Что же такое солярная астрология? Солярная астрология – это уникальная и малоизвестная область астрологии, которая фокусируется на периоде одного года с момента вашего рождения. Она позволяет узнать, какие энергии и возможности будут актуальны в вашей жизни в течение этого года. Солярная карта составляется на основе точного момента вашего дня рождения. Исходя из этой карты, можно предсказать какие-то ключевые события и влияние на год вперед. Но если вы не знаете, как считается соляра, у вас нет солярной карты, многие люди пользуются просто сам день рождения, это первый день, второй день после дня рождения, второй и так далее. Для тех людей, у кого есть солярная карта, после того, как вы получили ее, если у вас нет, считайте, как я уже сказала, вы вступаете в новый период, называемый солярным возвращением. Это 12-дневный период, который начинается с вашего дня рождения. В этот период каждый из 12 домов солярной карты активизируется поочередно. И прежде чем я расскажу, как максимально использовать этот период, я хочу вам напомнить одну очень важную информацию про день рождения, которую я уже давала в видео «Энергетическое значение подарка». Давайте начнем с той энергии, которую несет этот удивительный день рождения. Важно понимать, что день рождения – это не просто какая-то случайная дата, а результат выбора нашей с вами души. Мы не рождаемся в произвольный момент времени, а приходим в этот мир тогда, когда это имеет для нас особое значение. Зачастую мы задаемся вопросами о смысле и целях нашей жизни еще задолго до того, как появляемся на свет. Душа выбирает для себя уроки и опыт, которые нам предстоит пройти. И дату рождения, которая даст нам возможность осуществить эти задачи. День рождения – это наш личный Новый год, момент перемен и смены энергии. Это время, когда мы должны избавиться от старого и открыться новым возможностям. Перед этим важным событием наша энергия начинает меняться, как природа меняется перед наступлением нового сезона. Наши эмоции и состояния часто могут быть на волосок от какого-то стресса из-за перехода в новую фазу жизни. Однако необходимо помнить, что день рождения – это очень важный день в нашей жизни, который нужно отмечать с максимальной пользой для себя. И для этого в первую очередь нужно радоваться целый день, находить счастье абсолютно в каждом моменте и ни в коем случае не грустить, а тем более не плакать. Существует очень мощная практика, которая может быть эффективной в принципе в любой день, но она особенно мощная в день рождения. Каждому из нас, каждому человеку даны помощники, которых называют ангелами, ангелами-хранителями, высшими силами, Вселенной. Неважно, как их называете вы, важно понимать, что они всегда с нами и готовы нам помочь. Обращение к этим помощникам с помощью сознательного намерения может привести к удивительным результатам. Для этого закройте глазки, почувствуйте себя в этом мире, ощутите пространство вокруг себя. И обратитесь к этим помощникам своими словами. Попросите то, что вам нужно. Любовь, здоровье, счастье, радость, может быть, изобилие. Вы можете сказать, например, дорогая Вселенная, дорогие высшие силы, я знаю, что вы меня всегда слышите и помогаете. Пусть мой мир наполняется любовью, здоровьем, счастьем. Я вам полностью доверяю и благодарю вас. Важно помнить, что день рождения – это великое чудо, но для души это может быть источником большого стресса, поэтому первоочередно позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии. Принятие ванны с солью поможет помочь вам очиститься, расслабиться. Постарайтесь, пожалуйста, избегать конфликтов и негативных новостей, отключите телевизор, сфокусируйтесь на позитивных аспектах этого дня.
День рождения – это также время подарков, цветов, поздравлений. Позвольте себе принимать эту любовь и внимание от окружающих. Это очень важный день в вашей жизни, который заслуживает особого внимания и заботы. Я вам говорю, у меня мурашки по коже. Подробнее об этом я говорила в видео «Энергетическое значение подарков». В правом верхнем углу у вас появилась подсказка, переходите, смотрите. И переходим к соляру. Кстати, особенно важными считаются дни рождения в 33 и 66 лет. Чуть не забыла, и постарайтесь воздержаться от употребления алкоголя или других опьяняющих, дурманящих препаратов на протяжении всех 12 дней. Первый день соляра – это именно день вашего рождения. Дальше, когда буду рассказывать, так и считается, после первого, второй и так далее. Дом личности. В первые 24 часа после вашего рождения фокусируйтесь на самопонимании, личной идентичности. Задайте себе вопрос о том, кто вы, кем вы хотите стать в этом году. Первые 24 часа после вашего дня рождения представляют собой ключевой момент активации дома личности. Это время, когда вы можете углубить свое понимание собственной личности и начать путешествие к лучшей версии себя в течение года. Уделите время тому, чтобы задуматься о собственной жизни, ценностях, мечтах, амбициях. Попробуйте ответить сами себе на следующие вопросы. А кто же я на самом деле? Что для меня наиболее важно в этом году? Какие аспекты моей личности мне следует развивать? Какие качества или навыки я хочу улучшить? Поставьте перед собой конкретные цели и намерения на год, который только начинается. Опишите, каким образом достижение этих целей будет способствовать вашему личному росту и самопониманию. Еще очень сильной практикой является в этот день написание письма самому себе в будущее, которое вы откроете ровно через год в свой день рождения. Что это такое? Вы садитесь, берете красивый лист и пишете себе письмо. Например, дорогая Оленька, с днем рождения. Вы же в этот день родились. Откройте вы письмо в день рождения, поэтому поздравить обязательно нужно. Я так тобой восхищаюсь, ты такая молодец, смотри, чего ты достигла. И далее вы пишете свои желания, как уже исполнившиеся. Затем можете дописать «поздравляю, дорогая», «мечтаю, дорогой, дорогая», «мечтай смелее, у тебя все получится». Письмо запечатываете и убираете. Открыть нужно через год в свой день рождения. Как правило, эти письма сами уходят и в нужный день появляются из ниоткуда. Эта практика очень сильная, как правило, все, что написано, исполняется. Вы можете также разработать план личного развития, включая шаги и ресурсы, необходимые для достижения ваших целей. Это может включать в себя учебу, обучение новым навыкам, какую-то заботу о здоровье, физическая форма. Вы можете использовать техники визуализации, чтобы представить себе идеальную версию себя в будущем. Представьте, как вы достигаете ваших целей и как это влияет на вашу личность. На основе ваших целей и плана личного развития разработайте конкретный план действий на ближайший месяц. Разделите свои цели на маленькие, достижимые шаги. Подумайте о том, какие ресурсы, поддержка вам могут понадобиться для достижения ваших целей. Это может быть менторство, это может быть обучение, какие-то советы от близких или какая-то профессиональная помощь. Вы можете рассмотреть первые 24 часа после рождения как начало новой главы вашей жизни. В этот момент вы активируете собственную личность, создавая новые возможности для личного роста и самопонимания. Активация дома личности – это момент, когда вы можете нацелить всю свою энергию и внимание на самого важного человека в вашей жизни – на себя. Это время для саморефлексии, целеполагания и планирования для будущего года. Дом финансов. В следующие 24 часа обращайте внимание уже на свои финансовые цели и планы. Разработайте стратегию для улучшения своего финансового положения в этом году. Второй день после вашего дня рождения – это время для активации второго дома, который связан с вашим финансовым благополучием, с вашей материальной обеспеченностью.
Это также момент для разработки стратегии, улучшения вашего финансового положения в году, который только начинается. Начните с тщательного анализа вашей текущей финансовой ситуации. Сколько у вас прямо сейчас денег? Какие обязательства, может быть, долги у вас есть? Какие источники дохода у вас имеются? Определите, какие конкретные финансовые цели вы хотите достичь в течение года. Это могут быть сбережения на покупку жилья, начало инвестиций, может быть, вам необходимо погасить долги или что-то другое. Разработайте бюджет себе на год, учитывая свои доходы и расходы. Подробно опишите, сколько вы готовы откладывать каждый месяц для достижения ваших финансовых целей. Рассмотрите возможности инвестиций и финансовых инструментов, которые могли бы вам помочь увеличить ваш капитал. Это может быть инвестиции в акции, облигации, недвижимость или какие-то другие активы. Если у вас есть какие-то долги, разработайте стратегию, план для их погашения. Попробуйте как-то минимизировать проценты по долгам, упростить процесс погашения. А рассмотрите, пожалуйста, возможности дополнительных источников дохода. Может быть, вы можете начать пассивный доходный проект, фриланс, или найти какое-то хобби, которое приносит вам доход. Инвестируйте обязательно в свое финансовое образование. Изучайте книги, посещайте семинары, курсы, чтобы лучше разбираться в финансах, лучше разбираться в инвестициях. Включите в свой бюджет пункт о сбережениях и создании, на черный день нельзя говорить, аварийного фонда, скажем так. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно в финансовом плане. Некую подушку безопасности создайте. Постоянно отслеживайте свои финансы, следите за выполнением вашего плана, периодически просматривайте, корректируйте его при необходимости. Активация дома финансов может быть очень сильно усилена, если другие люди переведут вам в этот день деньги или подарят вам какую-то финансовую сумму. Это связано с идеей обмена энергией и привлечения финансовых потоков. Активация второго дома представляет вам возможность взглянуть на свой финансовый путь вперед и разработать стратегию для достижения ваших целей. Разумное финансовое планирование и дисциплинированный подход помогут вам улучшить ваше финансовое положение в течение года. И что касается трат, постарайтесь сами каких-то крупных покупок во второй день не совершать. Дом семьи и дома. Третий день после рождения посвятите семейным отношениям и вашему дому. Рассмотрите, как укрепить связи в семье, улучшить домашние условия. Третий день связан с активацией третьего дома, который относится к семейным отношениям к дому. Этот день представляет вам возможность сосредоточиться на укреплении связи в вашей семье и улучшении ваших домашних условий, жилищных условий. Сделайте этот день особенным для вашей семьи. Проведите время с близкими, обсуждайте их потребности и интересы. Это может быть какой-то семейный обед, прогулка или просто общение в какой-то теплой обстановке. Обсудите семейные ценности, приоритеты. Попробуйте определить, что важно лично для вас и для каждого члена вашей семьи. Как вы можете поддерживать друг друга? Рассмотрите возможность планирования каких-то семейных мероприятий на год, на целый год вперед. Это могут быть семейные поездки, могут быть праздники или какие-то другие события, которые сближают семью. Обязательно посвятите время улучшению вашего дома. Это может включать в себя какую-то уборку, мелкий ремонт, переоформление интерьера или обсуждение планов по улучшению жилищных условий. Можете пойти выбрать себе новый дом. Обсудите семейные цели и планы на год. Какие достижения и изменения вы хотели бы видеть в жизни вашей семьи? Если у членов семьи есть какие-то потребности, есть какие-то проблемы, обсудите, как вы можете поддержать друг друга. Семья – это команда, и важно поддерживать друг друга в трудные времена. Обязательно постарайтесь создать какой-то
Домашний уют. Это может быть добавление растений. Живые цветы всегда очень сильно освежают энергию дома. Создайте какой-нибудь такой уютный уголок для отдыха. Улучшите освещение или обновите мебель. Рассмотреть восстановление или создание каких-то семейных традиций в этот день. Это могут быть еженедельные семейные вечера, тематические праздники, какие-то другие особенные события. Активация третьего дома дает нам возможность углубить нашу связь с семьей и сделать наш дом еще более приятным и гармоничным местом. Этот день – отличная возможность проявить заботу и внимание к близким и создать более крепкие семейные узы. Дом коммуникаций. Следующие 24 часа обращайте внимание на связи с окружающим вас миром. Это время для общения, для социальных связей, для планирования каких-то коммуникационных проектов. Четвертый день связан с активацией четвертого дома, который как раз-таки относится к коммуникациям, общению и социальным связям. А в этот день, кстати, можно широко с размахом праздновать день рождения. Этот день представляет вам возможность уделить особое внимание взаимодействию с окружающим миром, планированию коммуникационных проектов. Организуйте встречи с друзьями, коллегами или другими близкими людьми. Это может быть обед, может быть это чашечка кофе или даже какая-то виртуальная видеоконференция. Сфокусируйтесь на общении и укреплении социальных связей. Обязательно проведите время с близкими, беседуйте с ними, слушайте и делитесь своими мыслями и своими чувствами. Эмоциональная поддержка и обмен идеями помогут вам. Если у вас есть какие-либо коммуникационные проекты или идеи, начните их обсуждать, не откладывайте. Это может быть планирование мероприятия, это может быть разработка каких-то рекламных кампаний или даже начало нового блога или канала в социальных сетях, или канала на YouTube, может быть. Посвятите время вашим профилям в социальных сетях, обновите информацию о себе, опубликуйте что-то интересное или начните новое общение с подписчиками. Если у вас есть возможность, выступите на публике. Это может быть презентация какая-то на работе, это может быть какое-то выступление на мероприятии, это может быть участие в обсуждении каких-то важных тем. Посвятите время в этот день письменной коммуникации. Напишите письма, сообщения, отправьте электронные письма тем, кто для вас важен. Может быть, вы от руки напишите. Это может быть даже благодарственное сообщение или какая-то более глубокая беседа. Обязательно, если у вас есть какие-то коммуникационные цели или проекты, начните их планирование. Определите цели, определите аудиторию, способы достижения эффективной коммуникации. Рассмотрите возможность улучшения своих навыков коммуникации. Это может включать в себя чтение каких-то книг по общению, участие в курсах, тренингах. Активация четвертого дома дает нам возможность углубить свои коммуникационные навыки и укрепить связь с окружающим нас миром. Этот день очень хорошо подходит для общения, обсуждения проектов и создания более тесных связей с теми, кто для вас важен в профессиональном и личном плане. Пятый день после дня рождения посвятите своему творческому потенциалу и развлечениям. Это момент для развития хобби, увлечений. Пятый день после вашего рождения связан с активацией пятого дома, который относится как раз-таки к творчеству, развлечениям и увлечениям. Этот день представляет вам возможность углубиться в ваш творческий потенциал и насладиться разнообразными какими-то увлечениями. Отведите время на свои хобби и на свои увлечения. Если у вас нет хобби, такое тоже бывает, рассмотрите возможность начать новое. Это может быть рисование, музыка, может быть вы хотите петь, рукоделие, фотография или что-то еще, что вас увлекает, фэншуй.
разнообразьте свои развлечения, посещайте какие-то культурные мероприятия. Это могут быть концерты, выставки, театральные постановки, может быть киносеансы, может быть вы, как и я, любите мюзиклы. Поддерживайте искусство, поддерживайте культуру. Если у вас есть какие-то творческие проекты, над которыми вы работаете, уделите этому время, развивайте свой творческий потенциал и внесите в жизнь новые идеи. Рассмотрите также возможность получения образования в области искусства или творчества, если это соответствует вашим интересам, конечно. Это может быть какой-то курс, может быть какой-то мастер-класс или самообучение. Развлекайтесь играми и развлечениями. Это может быть какие-то настольные игры, какие-то видеоигры, спорт, другие активности, которые приносят вам удовольствие. Воспользуйтесь этим временем для саморефлексии. Рассмотрите, как творчество и увлечения влияют на вашу жизнь, какие уроки они могут вам дать. Опять же, ваши хобби наполняют вас энергией. Видео называется «В ресурсе». Я вам очень его рекомендую. Если у вас есть творческие проекты, рассмотрите возможность сотрудничества с какими-то другими творческими людьми. Может быть, обмен идеями, обмен опытом поможет вдохновить на какие-то новые достижения. Если у вас есть произведение искусства, творческие проекты, поделитесь ими с другими. Это может быть какая-то выставка, публикация в блоге или демонстрация вашей работы вашим друзьям. Активация пятого дома позволяет нам вдохновиться творчеством и насладиться увлечениями. Этот день должен быть посвящен радости и от самовыражения и развлечений. Он помогает нам найти вдохновение в искусстве и творчестве, что, конечно же, оказывает положительное влияние на всю нашу жизнь в целом. В следующие 24 часа уделяйте внимание своему здоровью и благополучию. Задумайтесь о заботе о себе и планах для поддержания физической и психической формы. Это шестой день вашего дня рождения. Он связан с активацией шестого дома, который относится к здоровью, благополучию и заботе о себе. Этот день представляет нам возможность уделить внимание вашему физическому и психическому здоровью, а также разработать планы для поддержания благополучия. Посвятите время обязательно физической активности. Это может быть утренняя зарядка, йога, бег, плавание или любой другой вид физической активности, который вам нравится. Регулярная тренировка помогает поддерживать физическую форму. Обратите внимание на свое питание. Может быть, вы хотите внести какие-то коррективы. Постарайтесь употреблять полезные продукты. Включите в свой рацион овощи, фрукты, белки, зерновые. Уменьшите употребление вредных продуктов, сахара, жиров. Если у вас есть какие-то запланированные медицинские обследования, если у вас чекап организма ежегодно запланирован, консультации с врачами, убедитесь, что они будут проведены вовремя. Здоровье всегда требует внимания и профилактики. Без здоровья нам в этом мире ничего не будет нужно. Задумайтесь о своем психическом благополучии. Практикуйте методы релаксации, медитации, mindfulness, чтобы укрепить свою психическую устойчивость. Обеспечьте себе достаточный сон, отдых. Регулярный сон очень важен для восстановления сил и общего здоровья. А самый полезный сон – с 11 вечера до 2 часов ночи. Рассмотрите возможность развития здоровых привычек, таких как отказ от курения, умеренное употребление алкоголя. Разработайте стратегию управления стрессом. Стресс может негативно влиять на наше здоровье, поэтому важно научиться справляться с ним. Мы все это помним. Ни в коем случае не копите в себе негатив. На канале есть огромное количество медитаций избавления от негатива. Мгновенно включайте и убирайте. Разработайте план для поддержания вашего здоровья в течение года. Это может включать в себя цели по физической активности, здоровому питанию, уходу за собой. Если у вас есть какие-либо заболевания или хронические состояния, убедитесь, что вы регулярно посещаете специалистов и следуете их рекомендациям. Для поддержания здоровья и благополучия, некоторые могут практиковать йогу, медитацию, здоровый образ жизни, как способы активации этого дома.
Активация шестого дома позволяет нам внимательно отнестись к нашему здоровью и подготовить планы для поддержания физической и психической формы. Забота о себе должна быть на первом месте в части нашей жизни. И этот день помогает нам начать или усилить свои усилия в этом направлении. Дом партнерства, седьмой день после дня рождения. Уделите внимание отношениям и партнерству. Рассмотрите, как улучшить свои взаимоотношения, как развить новые партнерства. Седьмой день после вашего рождения связан с активацией седьмого дома, который относится к отношениям, партнерству, социальной гармонии. Этот день предоставляет нам возможность углубиться в вопросы взаимоотношений и работать над улучшением отношений. Проведите время на обсуждение ваших текущих отношений, будь то с партнером, супругом, супругой, друзьями или коллегами. Обсудите ваши ожидания, потребности, планы. Очень важно людям разговаривать. Люди забывают о том, что мы умеем говорить. Поделите внимание на времени, проведенному с вашими близкими. Это может включать в себя свидания, встречи с друзьями, общение с семьей, поддержание близких отношений. Очень важно. Если у вас есть какие-либо партнерские проекты, деловые отношения, обсудите их, работайте над их улучшением. Это может быть какой-то совместный бизнес, совместные финансовые цели или другие виды сотрудничества. Если у вас нет текущих партнеров или вы ищете новые возможности, посвятите время поиску новых партнеров. Это может быть как в личной, так и в профессиональной сфере. Рассмотрите важность семейных отношений. Обсудите вопросы, касающиеся семейных ценностей, обязательств, общих планов. Если у вас есть какие-то неразрешенные конфликты, непонимания с партнерами, попробуйте найти возможность их урегулирования. Открытый и честный диалог – это всегда лучше, чем молчание, и он может помочь разрешить неполадки. Разработайте партнерские цели, планы, определите, что вы хотите достичь вместе с вашими партнерами, какие шаги необходимо предпринять для их достижения. Взаимная поддержка очень важна, что касается профессиональных партнеров, близких. Обязательно поддерживайте друг друга в усилиях, в целях. Взаимная поддержка и внимание к потребностям друг друга способствуют гармоничным отношениям. Для активации этого дома можно совершать ритуалы для привлечения любви, улучшения отношений. Это может включать в себя медитации, аффирмации, использование символов любви, восстанавливать формулы для любви по фэншуй, все что угодно. Активация седьмого дома поможет вам углубиться в вопросе партнерства и отношений. Этот день подходит для обсуждения улучшения ваших взаимоотношений с партнерами, с близкими, а также для поиска новых возможностей сотрудничества. Восьмой день после рождения сфокусируйтесь на личных изменениях и трансформации. Рассмотрите, какие аспекты вашей жизни требуют пересмотра и изменений. Восьмой день после вашего рождения связан с активацией восьмого дома, который относится к личным изменениям, трансформации и пересмотру аспектов вашей жизни. Этот день представляет нам возможность сфокусироваться на собственных личных трансформационных каких-то размышлениях о том, какие изменения нам необходимы в нашей жизни. Проведите время и уделите время самоанализу, саморефлексии, рассмотрите, какие аспекты вашей жизни требуют изменения, какие аспекты вы бы хотели усовершенствовать. Обновите свои личные цели, амбиции, рассмотрите, что вы хотите достичь в будущем, какие шаги необходимо предпринять для их достижения. Попробуйте отказаться от устаревших привычек, устаревших убеждений, которые мешают вашему личному росту. Рассмотрите возможность отказа от них, разберите новые, приведите их себе, введите их в свою жизнь, которые более полезны. Разработайте план действия вашей духовной практики. Это может включать в себя медитацию, чтение какой-то литературы, посещение мест духовного значения, обучение каким-то практикам.
которые помогут вам лучше услышать голос своей души. Исследуйте свои эмоции, исследуйте свои чувства, рассмотрите, какие эмоциональные блоки могут сдерживать вас, и работайте над их разрешением. Рассмотрите, какие отношения в вашей жизни требуют пересмотра. Это может быть отношение к семье, друзьям, партнерам или даже к самому себе. Попробуйте поискать способы поддержать ваш личный рост и развитие. Это опять же может включать в себя учебу, обучение новым навыкам, работу с ментором, с каким-то коучем. Составьте и разработайте план для личных изменений и трансформаций. Определите, какие шаги, шаг за шагом вы хотите предпринять, чтобы улучшить свою жизнь, достичь своих целей. Активация восьмого дома позволяет нам фокусироваться на собственных личных изменениях и трансформациях. Этот день способствует росту и развитию вашей личности, а также помогает вам осознать, какие аспекты вашей жизни нуждаются в изменениях для достижения желаемых результатов. Дом учебы и духовного развития. Девятый день после рождения посвятите учебе и духовному росту. Рассмотрите, какие знания и навыки вам нужно развивать в этом году. Девятый день после вашего дня рождения связан с активацией девятого дома, который относится к учебе, духовному росту, расширению знаний. Этот день представляет вам возможность уделить внимание вашему образованию и духовному развитию. Рассмотрите, какие области знаний вас интересуют и какие учебные программы или классы могли бы вам помочь. Развивайте свой ум через образование. Ни в коем случае не ограничивайтесь только формальным образованием. Уделите, пожалуйста, внимание самообразованию, саморазвитию. Почитайте книги, посмотрите образовательные видео, изучите какие-то новые навыки. Это все будет вам очень полезным. Также очень хорошо размышлять о своем духовном развитии. Та же медитация, практика мантр, изучение каких-то тайных знаний, древних, которым тысячи лет. Изучение учения учителей духовного пути. Рассмотрите возможность путешествий в поисках новых знаний, духовного опыта. Путешествия могут быть очень вдохновляющим и обогащающим опытом. Ищите учителя, ищите ментора, который может помочь вам в духовном росте или учебном процессе. Учение от опытных людей, как правило, бывает очень ценным. Разработайте план развития ваших навыков. Это может быть связано с карьерным ростом, личным развитием или, опять же, какой-то духовной практикой, потому что этот день у нас активизируется наша духовность. Если у вас есть духовная практика, посвятите время ей. Практика медитации, йога, другие духовные практики углубят ваше духовное понимание. Обязательно определите свои цели, амбиции в области образования и духовного роста. Разработайте план действий для их достижения. Активация девятого дома позволяет нам сфокусироваться на расширении своих знаний и духовном развитии. Этот день способствует вашему образованию и росту как личности, а также помогает вам находить смысл и глубину вашей жизни. Дом карьеры и общественного статуса. Десятый день после рождения. Уделите внимание своей карьере, общественному статусу. Рассмотрите, как улучшить свои профессиональные достижения. Десятый день после вашего рождение связано с активацией десятого дома, который относится к карьере, общественному статусу и профессиональным достижениям. Этот день представляет вам возможность сфокусироваться на вашей карьере и разработать стратегию для улучшения профессиональных результатов. Что вы можете сделать? Проанализируйте свою текущую карьеру, свой профессиональный путь. Рассмотрите, что вас удовлетворяет, а что требует изменений. Определите для себя свои карьерные цели и амбиции. Где вы хотите видеть себя в будущем? Разработайте план, чтобы достичь этих целей и разбейте его на маленькие шажки. Работайте над развитием своих профессиональных навыков. Это может включать в себя
обучение, курсы, тренинги, приобретение новых знаний, расширение каких-то уже имеющихся знаний, более углубленное понимание каких-то тонких областей, необходимых для вашей сферы. Инвестируйте в вашу профессиональную сеть. Знакомства, связи могут быть очень важными для вашей карьеры. Участвуйте в мероприятиях, семинарах, конференциях. Разработайте долгосрочный план для вашей карьеры. Это может включать в себя планы на следующий год, 5-10 лет. Рассмотрите, как вы можете укрепить свои лидерские навыки, повысить свой общественный статус в своей сфере. Работа с авторитетными фигурами может, конечно же, вам в этом помочь. Уделите время, уделите внимание своей профессиональной репутации. Это включает в себя как работу над качеством вашей работы, так и поддержание положительных отношений с коллегами, с начальством. Рассмотрите возможности карьерного роста. Это может быть повышение, это может быть новая должность, может быть, вы вообще желаете сменить сферу деятельности, может быть, у вас какой-то проект намечается. Разработайте конкретный план действий для улучшения вашей карьеры и общественного статуса. Определите шаги, которые вы готовы предпринять. Для активации карьерного дома некоторые могут проводить ритуалы, связанные с профессиональным ростом. Также активация может быть связана с обновлением вашего рабочего пространства или даже с сменой места работы. Активация 10-го дома позволяет нам фокусироваться на нашей карьере, профессиональных целях. Этот день способствует профессиональному росту и развитию, а также помогает нам улучшить общественный статус и авторитет в области, которая нам интересна. Следующий дом у нас дом друзей и социальных сетей. 11-й день после вашего рождения. Обратите внимание на своих друзей и социальные связи. Рассмотрите, как расширить круг общения, как укрепить уже существующее. 11-й день после вашего дня рождения связан с активацией 11-го дома, который относится к друзьям, социальным связям и каким-то коллективным усилиям. Этот день представляет нам возможность уделить внимание друзьям, социальным сетям, а также работать над укреплением существующих отношений и расширением круга нашего общения. Проанализируйте свои текущие социальные связи, будь то дружеские, может быть, дружеские отношения. Рассмотрите, какая дружба вам важна, с кем она вам важна, а какие могли бы, какие требуют большего внимания. Уделите внимание общению с вашими друзьями. Это может быть созвон, встреча, отправка каких-то личных сообщений, переписка, для того, чтобы поддержать друг друга. Рассмотрите участие в социальных мероприятиях, встречах, каких-то групповых активностях. Это будет отличный способ познакомиться с новыми людьми, расширить свой круг общения. Рассмотрите возможность участия в общественных или благотворительных каких-то проектах. Совместные усилия с друзьями и единомышленниками, во-первых, принесут вам радость, удовлетворение, будет фантастический обмен энергии. Убедитесь, что вы поддерживаете своих друзей, и они могут полагаться на вас. Доверие, поддержка в дружеских отношениях всегда, безусловно, очень важны. Стремитесь к новым знакомствам, к расширению своего круга общения. Встречайтесь с разными людьми, открывайтесь для новых дружеских связей. Используйте социальные сети, онлайн-ресурсы для установления новых контактов, для поддержания связи с людьми. Обратите, пожалуйста, внимание на общие интересы с вашими друзьями. Это может быть основой для очень глубоких и крепких отношений. Разработайте план действий для укрепления своих дружеских отношений и расширения социальных связей. Определите, какие шаги, шаг за шагом вы готовы предпринять. Активация 11-го дома позволяет нам сфокусироваться на вашем круге общения и социальных связях. Этот день способствует укреплению дружеских отношений, поискам новых друзей, поддержанию взаимопонимания в коллективных усилиях.
Дом духовности и самопознания. Последний 12-й день после вашего рождения представляет вам возможность активировать 12-й дом. Этот дом у нас связан с духовностью, самопознанием, тайнами, внутренним миром. В этот день вы можете сосредоточиться на развитии своей духовной практики, углублении понимания себя. Уделите время медитации и внутренней контемпляции. Попробуйте погрузиться в свой внутренний мир, отключившись от внешних каких-то влияний. Размышляйте о своей духовной природе. Попробуйте завести дневник, где будете записывать свои размышления, сновидения, идеи о каком-то росте. Тот же список 10 целей отлично вам поможет. Дневник самопрограммирования. А еще лучше пишите благодарность. Проведите ревизию в своих ценностях и целях. Рассмотрите возможность исследования новых духовных практик, которые могут вас заинтересовать. Опять же, медитация, йога, чтение каких-то текстов, другие методы. Проведите, пожалуйста, в этот день время на природе, на свежем воздухе и желательно воды, чтобы укрепить свою связь с окружающей средой и природой. Наблюдайте за красотой, понаблюдайте за гармонией природы. Создайте свое собственное место силы. Вы можете создать, где будете проводить время, вы можете создать свое священное место дома или алтарь, где будете проводить какие-то практики. Обсудите свои духовные исследования и опыт с близкими, с единомышленниками. Общение с другими людьми обогатит вашу духовную практику. Определите свои цели в области духовного роста. Разработайте план действий для углубления вашей духовной практики в течение целого года. Люди, которые интересуются духовным развитием, могут проводить медитации, чтение духовной литературы, участвовать в каких-то духовных практиках, чтобы активировать этот дом. Активация 12-го дома предоставляет нам возможность углубить свое понимание духовной сферы и жизни, настроиться на духовное развитие. Этот день может стать некой отправной точкой для вашего духовного путешествия в течение года, помогая достичь гармонии и внутреннего равновесия. На этом все, мои дорогие. Я надеюсь, видео было полезным. Делитесь им с друзьями, пишите комментарии, ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на канал. А я вас всех обнимаю и желаю всем вам классного дня.